Привет. Привет, привет, ребят. Не хочется, ну, точнее, хочется спать, но все никак не ляжем. Я хорошо. Вы как? Спасибочки, привет. Не знаю, сейчас уже скоро пойду ложиться. Дела хорошо. Спасибо, ребят, мне приятно. А что смешно? Ну, работаю над этим. Все в процессе. 27. На кастинге нет. Там печаль, беда. Спинчук, да. Общаемся хорошо. Да, Венеры. Настроение хорошее. Ой, в зоне толком никого нет. Вот кап только. И все, все, уже спать пошли. В смысле, лица не видно. А что видно тогда? На дом 2 надо приходить на кастинг. Да, я уже в Москве. Спасибо большое, спасибо. Жизнь на проекте, все прекрасно. Долетела тоже хорошо. Ну, конечно, после длительного перелета устаешь. Но главное, что в Москве. Времени 1:30. Привет. Какая пара? Ну, не знаю, несколько пар. Да хорошо, я уже 100 раз спросили. Кого не люблю на проекте? Диму Абрамова и Рому Жукова. Спокойной ночи. Откуда летела? США. Спасибо. Стараемся. Каким тональным пользуюсь? Да разными, ребят. У меня есть и Шанель, и мейкап, и инглот. Да разные. Много разных. Спасибо. Охуенное, спасибо. Привет. Глаза? Ну, они у меня зеленые, но когда плохое настроение, они у меня карие. Да, у меня батарейка садится. Что не так с Абрамовым? Да, бесит, потому что не знаю почему. Сейчас уже пойду ложиться спать. Да, конечно, смываю. Умываюсь. Спасибо, девочки, спасибо. Нет, не была. До проекта, ну, я работала на телеканале. И, конечно же, занималась собой. Здравствуйте. Мне ничего не поменялось после леща. Поржали просто. Не, она не с сорокой, вы что? Просто прикалываются. Сейчас телефон сядет, буду скоро выходить. Мерседес. Но у меня сейчас на нем уехали родители, они были в Москве, и они уехали в Украину. И вообще, я думаю, его продать и взять что-нибудь попроще. Не знаю, я очень сейчас над этим вопросом думаю тщательно, поэтому не знаю. Мы тут там на проекте особо много не ездим. Ну, как бы машина надо, это очень удобно. Но не знаю, короче, думаю. Спинчук, да, общаюсь. Блин, ребят, сейчас прям сяду. Сядет телефон у меня. Буду выходить. Какую хочу машину попроще? Да не знаю, вообще не хочу попроще. Ну, просто...
Ну, я, короче, не знаю, пока родители уехали, я когда улетала на остров, думала, прилечу через месяц, через два, как обычно это бывает. А я прилетела вот очень оперативно, поэтому... Поэтому не знаю, сказала родителям уезжать, они уехали как раз в тот день, когда я улетала. И теперь я не знаю, что делать. Может, она мне вообще не нужна? Не знаю, думаю.